где-то в пригороде Берлина Вольф и его русские друзья собирались стереть Лондон с лица земли. Но я все еще не знал, где находятся пусковые установки. У меня был адрес конторы Вольфа, она расположилась в самом сердце города. И если бы я ничего не нашел там, то смог бы найти ответы на некоторые вопросы в здании министерства неподалеку. Битва за Берлин была в самом разгаре. Бои шли на каждой улице. На всех крышах сидели снайперы. Танки заняли все мосты и площади. Немцы жгли свои документы, чтобы они не достались русским. Мне нужно было спешить. Я, кстати, ни одной бутылки не нашел. На каждом уровне спрятаны бутылки. Разнесите их и все, и вы получите награду. Фиг знает, не находил ни одной еще. Попасть под земку, чтобы проникнуть в немецкий штаб. Понятно. Ехал, ребята! Ну чё ж, стреляйте по мне, я по вам решил не стрелять, он немец. Я тут сам за себя, короче. Один против всех. Вроде все, тишина. Ага, сзади что-то стрелка по вот. Там еще один. Да откуда он? Ай-яй-яй-яй, быстрее прячемся. Сверху что ли где, блин? Не вижу.
снайпер еще где-то. Нифига себе, как он далеко, блин. Еще один. Ладно, хоть патрон немерено, блин. Попробуем потихоньку пробраться. Не привлекая внимания. Фига тут прям пулеметчик. Так, мне надо его чем-то отвлечь, камень бросить. Сейчас меня спалят, наверное, нет? Ich werde dich... Че, все? Больше никто не пойдет? Ну ладно. О, фугас сейчас прям здесь и поставим. Разыскать планы Вольфа его в его в конторе. Сейчас будем разыскивать. Так, попробуем обойти, чтобы не привлекать внимания.
Да, ну и здесь очень много народу. Сейчас меня спалят, прям уверен, блин. Или нет? Вот, вот песня. Да, спалил. А, смотри-ка. Другие меня не видят. Это хорошо. Так, мне надо сейчас пробраться туда, в его контору. В этот дом, я так предполагаю, да. Че он там будет обратно-то уходить, нет? Спалили меня со всех сторон окружили. Не получилось у меня потихоньку добежать. Ох ты же ежик. Пулеметчик. Так, растяжку. В комнате все было перевернуто. Фрицы выпотрошили ее. Они забрали или сожгли все бумаги. Но должно было остаться что-то, что могло мне помочь. Это старый трюк, но вполне действенный. В яблочко. Похоже, это план спасения Вольфа. Но перед свиданием с Вольфом мне нужно было сорвать пуск Фау-2. Здесь не оказалось ничего, что могло мне помочь. Единственный шанс давало здание министерства на другом конце площади. Побежали в другое здание, значит. Эх. Блин, надо в пулемет садиться.
паскудова. Вижу. По каске ему прям. Блин, они с кустами прям сливаются, их вообще в темноте хреново видно. В темных местах. Найти информацию, которая поможет узнать, где находится пусковая площадка. На карте были отмечены все пусковые площадки в окрестностях Берлина. Только одна из них была действующей и при этом находилась на территории, занятой русскими. Она-то мне и была нужна. Район по крышам. Ага. О, откуда? Вроде завалил. Ага, вон он.